Главное богатство Беларуси – это люди, и мы по праву гордимся нашей научной элитой. С такими словами президент обратился к ученым во время церемонии вручения дипломов академика и члена-корреспондента Академии наук, доктора наук и аттестатов профессора. Собравшиеся во Дворце независимости ученые долгое время работали над уникальными исследованиями, которые продвигают белорусскую науку. Одним из ключевых условий успешного развития являются инновации в промышленности и АПК, создание новых материалов и технологий в машиностроении и электронике, химии и биологии, медицине. Будущее белорусско-российского сотрудничества обсудили в Алматы премьер-министры двух стран. Как отметил Андрей Кобяков, главное – вовремя обсуждать имеющиеся вопросы. Готовность к диалогу подтвердил и российский коллега Дмитрий Медведев. Об увеличении товарооборота шла речь и на встрече глав правительств Беларуси и Армении. В эти дни Андрей Кобяков находится в Казахстане. В Алматы проходит форум «Цифровая повестка в эпоху глобализации», а также заседание Евразийского межправсовета. Новый комплекс заставы «Островецкая» открыт на границе с Литвой. С важным событием сотрудников Сморгонской пограничной группы поздравил глава Госпогранкомитета Анатолий Лапо. При проектировании учитывались особенности несения службы на данном направлении. Погранзастава образована в 2014 году. Она охраняет участок белорусско-литовской госграницы протяженностью 25 километров.